Всем добрый день! Сегодня решили снять видео. Заказывали посылочки в AliExpress. Вот пришло у нас две такие запчасти. Сейчас покажем, что там. На ощупь здесь вроде бы спонжик, а здесь похоже, что кисточка. Заказывали еще чехол для телефона, да? Открывай. Аккуратно. Ой, как она сейчас расстегнет. Мне не видно вот сюда ближе. Ну, эту кисточку заказывала я себе, а спонжик заказывала дочь себе. Ну, кисточку я и правда нащупала, говорю, похоже, что кисточка. Она мягонькая, очень-очень мягкая, вот она, приятная. Я думала, она чуть побольше, но вот будем пробовать. В дальнейшем расскажем. И вот спонжик. Будем прямо как популярные YouTube-блогеры мейкап себе наводить. Вот. И еще две кисточки заказывали вроде. Две кисточки. Вот одна пришла. Будем ждать еще одну кисточку и чехол. И сегодня вот зашли как раз по дороге, можно сказать, в магазин. Младшие у нас вручили подарочек. Новогодний вот такой. Пусть Новый год уже закончился. Здесь вот браслетик силиконовый на руку. Что там еще? Зеркальце. Раскройте, мне неудобно. Открой, открой. Ну, покажешь сейчас, подожди, зеркальце. Такое вот оно. Ой, какое красивое. Двустороннее зеркальце. Лореалевское. В магазине парфюм подарили. Ну, старшая уже с ней поменялась, конечно, вот. На свое зеркальце. Хитренькие мы. Ну и тут папа в гости заезжал. Подарил киндер. Только что попалась феечка. Вот еще брелочек. Биби. Биби? Да. Всем спасибо за внимание. Вот такой у нас сегодня день. Чего она